На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи. Это 10 игроков из Казанки, из молодежной команды. Мы постоянно смотрим, сравниваем эти ребята. Вот год прошел, лучше они стали или хуже, это подтвердят эти тренировочные сборы. Кто из них будет поближе к основному составу, тоже все зависит от них. Но мы им даем шанс для того, чтобы быть на виду у нас и у основного состава. Сегодня второй день, который мы работаем. 6 игроков, которые на чемпионате мира, они каждый, когда закончит, получит небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск. Большой мы отпуск, так как игрокам, которые не были в национальной сборной, дать не можем, потому что 27-го мы уже начинаем чемпионат. Как обычно, перед каждым сезоном есть очень много проблем. Но проблема в том, что одни начинают раньше тренироваться, другие будут позже, а чемпионат стартует одновременно для всех. Мы же играем в Лиге чемпионов, мы должны совершенно по-другому быть готовы. И в каждую линию нам нужно по одному игроку. Обязательно для усиления. И так что на начальном этапе очень-очень много таких ситуаций, которые хотелось бы побыстрее решить.